Доброе утро. Меня зовут Анастасия, и я эксперт по фитнесу. Развеем мифы вокруг персонального тренинга. Быстро сбросить лишний вес, сделать тело рельефным или нарастить мышечную массу – реальность, но только с помощью фитнес-тренера. А может, это миф? Миф номер один. Не нужно начинать занятия ради нескольких тренировок. Знакомство с фитнесом лучше всего начинать с тренером. Он покажет правильную технику упражнений и построит оптимальный план тренировок. Количество совместных занятий будет зависеть от многих факторов – ваших показателей, уровня подготовки и состояния здоровья. Возможно, вам хватит 2-3 занятий, чтобы дальше перейти на самостоятельные тренировки. У тренера нет цели держать вас возле себя. Его цель – помогать. Встречи с тренером нужны и дальше, не часто, 1 раз в 2 недели или раз в месяц. Тренер будет следить за вашими результатами, техникой и корректировать дальнейший план тренировок. Миф номер два. Помощь тренера мне не нужна. Часто говорят те, кто насмотрелся различных фитнес-блогов, каналов и аккаунтов бесплатных тренеров. Все мы разные, и подход должен быть персональным. В первую очередь, профессиональный тренер заботится о вас. Он составляет грамотную схему занятий. Например, сколько раз в неделю встречаться, дополнять ли новую программу групповыми занятиями или кардио. Наблюдая за собой в зеркало, смотря видео с телефона или слушая отзывы друзей, невозможно увидеть картину в целом. Мнение эксперта со стороны всегда нужно. Как говорится, каждый должен заниматься своим делом. Занятие с тренером – это гарантия того, что тренажерка принесет максимум пользы. Ставьте цели и работайте над ними под чутким руководством профи.